возродить цивилизацию, Рейнджер. Держи наказ! Надо в ствол заехать. Обрыв, блин, если улечу туда, я по рыбацкому выживу. Так, навыки, что там можно прокачать? Граната сделал. Так, ну на три это. Дефибрилляция. Здоровое тело. Так, оружие. Штурмовую винтовку разблокируем. У меня вот этих штучек нет. Поэтому я пока не могу ничего купить. Убить и уничтожить, что я могу здесь прокачать. Это прокачаем. Это прокачаем. О, бег. Давай форсаж прокачаем. Так, здесь транспорт.
пока транспорт не буду. Так, снаряжение. Нанотриты. Дефибрилляцию. Давай прокачаем. Здоровое тело. Все. Прокачал. Давай с ним погоняемся. А он уехал уже. Бандитский перевалочный пункт. И вот мы на месте. Компенсируется мастерством на трассе. Отлично. Так, а мне вот сюда надо. Ты молодец. Еще одно бандитское логово. Включен режим ожидания.
Уокера с маршалом, он, наверное, внизу. Эй, Уокер, я внизу. А я тебя еще увидел. Рассказывай. Так в чем проблема? Скрэмблер нужен, чтобы обойти охранные системы правительства. Но сперва его надо откалибровать под нынешнюю систему. Я послал Гулу за нужными данными, но связь с ней прервалась. Марш, это Гула. Нашла старое логово правительства. Попробую подключиться к их каналу через здешнюю линию. Узнаем, какая у них система безопасности. Ну вот какая беда, Марш. По холмам шарят саваны. Ищут технику и возможность пострелять. Я стараюсь не высовываться. Мы засекли лазутчицу. Тащите ее в гнездо голосей. Марш! Спалилась я! Мне конец! Марш! Бессмертные саваны — известные садисты. Пытают для развлечения. Нам нужны координаты логова правительства. И хорошо бы, чтобы моя лучшая шпионка выжила. Знаешь, никакие они не бессмертные. Дохнут, как полагается. Я ее вытащу. Удачи, рейнджер. Постарайся вернуть мне эту пьянчушку живой. Есть вопросы, есть ответы. Насытился пытливый ум. Мне знаком этот взгляд. Я могу помочь, только попроси. Да. Не забывай о главной... цели. Насытился пытливый ум. Только смотри, чтоб тебя там не убили. Привет. Что нового? Так, у меня главная цель вот эта вот, да? Так, нет, вот эта вот. А, вот эта вот цель. Вот, его помощницу надо найти. Давай, поможем. Системы активируются.
Заряди гнездо пилошеев. Хорошо. У Гула при себе должно быть устройство Локус. Их носят все торговцы информацией. Попробую засечь сигнал на этой частоте. Удобная штука. Возвращайся скорее, Уокер. С другой стороны, наверное, надо заехать. Системы активируются. И вот мы на месте. Включен режим ожидания. Вот они, народ. Так, попробую на крышу сначала залезть. Смотри, что там. С крыши пойду. Ага, с крыши я не попаду. Зря залез.
Как он не бьется? Зайти. Это зараза. Есть лифт, да? А можно и так. Давай к моему пешочку поднимемся лучше. Ну, контейнер, кстати.
что здесь? Так, надо на лестнице, значит, подниматься. Поехали на лифте тогда. Кстати, контейнер. Гула погибла, но сигнал еще идет. Она проглотила локус. Прости, Гула. Придется тебя потревожить. Я нашел Гула. Она мертва. Проклятье. Мне будет ее не хватать. Прощай, друг мой Гула. Увидимся на том свете. За это она отдала жизнь. За Локус. В нем координаты логова правительства. Иди туда. Надо узнать, какая у них система безопасности. Уже туда направляюсь. По крайней мере, Гула умерла не напрасно. В этом бою она сражается вместе с нами. Смотреть брошенную базу правительств. Сюда вот надо будет, понял. Контейнер вижу. Контейнер вижу там. Уходим отсюда. Активируется.
Я думал, какую-нибудь добычу можно взять. Системы активируются. Значит, нельзя. Понял. Башня Плавидиста. Сторожевая башня правительства. Ой, отец! Я активируется. Маршал, Гула не преувеличивала. Тут очень много саванов. Вот они-то ее и поймали. Попробуй пробраться внутрь и добыть для меня светики. Только осторожно. Саваны очень опасные мерзавцы. Будут тебе сведения. Говорю же, саваны смертны, как и все. Оружие перегрелось. Ну, какая-то невидимость. Метеорит. А, вон. Падает. Ясно одно. Правительство эту базу забросило. Думаешь, получится? Конечно. Вряд ли саваны что-то переделали. Подкрасили и выдали за свое. Через эту базу наверняка можно выйти на правительство. База в горе. Правительство.
покоса. Так, а там что за ход? Вот здесь. Я вон там вышел, понял? Мне вот сюда, значит, надо идти. Сейчас, наверное, какой-то крутой босс будет. Мне так кажется. Маршал, я тут вижу жучок впечатляющих размеров. Савыны прикрутили старый компьютер к каналу связи правительства. И вполне успешно качают оттуда данные. Ну так они и сделали работу за нас. Давай загрузи на локус все, что получится. Сила, когда надо было завалить армию саванов. Информация поможет мне мигом закончить скрэмблер. Проект «Кинжал» почти готов к воплощению. Скоро буду. О, поехали на вот этом мотоцикле. Едем.
как на нем ездить-то? Вот тебе и да, ну и мотоцикл. Конечно, нахерена. Ну и заносит мотоцикл. Не, чуваки, на мотоцикле вообще не вариант. А. Тяжело ему управлять, он скоростной. Да ё-моё, я так, блин, не доеду никогда. Кстати, пропадает, исчезает вот это обозначение стрелочки. Когда умираешь, если тебя что-то... Блин, вообще сложный мутация какая-то, мотоцикл. Тяжело по нам ездить. А? Сейчас я опять взорвусь, что ли? А, так он сломан. Подожди, он сломан, ё-моё. У него он моргает, блин. А лечить я его не знаю как. Сару. Он практически... Блин, не туда. Оттуда. Само наводящий ракет. Маршал, я вернулся в ствол. Прекрасно. Приходи в арсенал. Лезвие ветра, что это такое? Скоростной мотоцикл бессмертных саван.
Желаю удачи. А ты? Рассказывай. Какие новости, маршал? Все получилось? Так, половина перед... забирай. Вы подружитесь. Умные ракеты, чего взять? Что это за штука? Маленькое устройство не позволит правительству влезть в твою электронику, а это важно. Еще поймешь. Имей в виду, есть еще одно очень важное но. У нашей мозаики еще две детали. Одну должна обеспечить Лузам Хагар в источнике, другую — доктор Квасир. Когда у тебя будут все три детали, мы запустим кинжал. Будет сделано. Кинжал прошел. Так, ну, что тут можно взять? Тут нет ничего, все. Есть вопросы? Есть ответы. Насытился. Не забывай о главной цели. Так, мне надо вот этот хлам продать. Купи, что мне можно купить, что такое? Патроны для дробовика. Модификация оружия куплю. Приходи еще. Все, понял. Вы все возвращаетесь. Кто?